Россияне смогут сами исправить свою кредитную историю. Изменения можно вносить, если кредитор исчезнет с рынка или в том случае, когда банк отказывается вносить корректные данные. Сейчас список БКИ, хранящих историю платежеспособности клиента, можно заказать в личном кабинете на госуслугах. Теперь информацию о кредитной истории предоставят два раза в год, совершенно бесплатно. Банки и БКИ поделятся данными при предъявлении паспорта. Более подробную информацию читайте в ленте новостей.